Ребята, мы на прицелозе. И тоже характерное отличие лайнеров линии МСС. Видите, лестница кристаллами Сваровски. Ну, сейчас мы начнем изучение лайнера. Найдем лифты. У нас этот раз будет каюта вот в этом конце. Где нос корабля? Вот здесь. Да, вот тут нос. Когда мы были на корме... Ну ладно, сейчас разберемся. Все, пошли смотреть дальше. Фотозона. В принципе, все понятно, да? Все практически. Сейчас, доча, давай посмотрим. Вот этот вот. Рояль, да. И тут, по-моему, ресепшн внизу. Внизу не ресепшн, а внизу эти, ну, службы. Вон они там все. Ну, все, ребят, я как бы на автомате все продолжаю снимать. Но это прициоза. Она, конечно, шикарная. Шикарная. Мы еще ее рассмотрим. Людей немного, наверное, все пассажиры в городе. Толпы я не наблюдаю. Что там Ксюша моя увидела? Ага. Вот ракушка. Смотрите. Фонтанчик такой, да? Стекающая стена воды. Ну все, до новых встреч. Идем дальше.